Добрый день, уважаемые дамы и господа, с вами Константин Белый. Я отвечаю на ваши вопросы и разбирая вопросы, вот как раз продолжение всех тем, которые было сказано, опять же, люди стараются создать такой вот ореол. Вот всегда привыкли, чтобы что-то было супер. Вот самое лучшее, самое интересное, вот супер печь, вот. У меня как раз вопрос был такой. Супер печь. Какая печь супер? Супер печь. Вот. Вот скажи. Ну, было такое, что нам просили сделать рейтинг всех печей. И вот супер печь выбирать. Я, вы знаете, не буду говорить о супер печи. Я просто скажу, что самую надежную, самую хорошую печь мы уже создали. Это печь казачка. Супер, не супер. Это, в принципе, чисто, ну, такое субъективное мнение. Для меня она лучшая. Для вас будет ли она супером? Не знаю. Это вы, как говорится, сами должны решить. Но однозначно решить вы сможете только после того, когда вы ее пробуете. Не спорьте по картинкам, не спорьте по просто, как говорится, вот, ну, вам не нравится ее вид. Как некоторые говорят, а почему она круглая? Ну, а почему, как говорится, другая печь квадратная? Почему только квадратная? Да, у нас округлые такие мягкие формы. Ну, потому что кругом приятно посмотреть на мягкие формы, но мало приятного. Еще есть геометрия, которая говорит за надежность, за экономичность, за эффективность, за функциональность. Вот именно такие формы и говорят именно об этом. Так что супер или не супер, вам решать. Но я вам так просто другого пока не даю, поскольку вы сами ничего не предложили. Вы говорите, какая печь супер? Да вы давайте просто выложите, скажите, вот из этих печей какая печь лучше. Ну и будем, как говорится, выбирать по различным критериям. Хотя многие печи будут одинаковые, несмотря на то, что их производят разные производители. Ну, так сложилось, что в свое время вброс был вот этих вот финских печей, и с них понаделали кучу копий. Финские печи, которые делались, они делались вообще-то для просто прогрева. Прогрева сауны. Мы же сейчас говорим о бане. Поэтому мы предлагаем вам обратить внимание на печь казачку. Ссылку в описании смотрите. А пока вам всего доброго. Подписывайтесь на наш канал.